Всем привет! В студии Михаил Богатых. Это прогноз погоды на ТВ на 10 ноября 2020 года. По республике ночью погода преимущественно без осадков. Днем влияние малоактивного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный днем с переходом на западный 3,8 в отдельных районах до 12 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью от минус 13 до минус 20. По Бургузинской долине от минус 5 до минус 10 градусов. Днем минус 2, плюс 3, местами до минус 7. По центральным районам ночью минус 7, минус 12 градусов, днем от плюс 1 до плюс 6. По южным районам ночью от минус 5 до минус 10, по юго-западу до минус 17 градусов, днем от 0 до плюс 6. Улан-Удэ без осадков, ветер переменный 5-10 метров в секунду, температура ночью от минус 7 до минус 9, днем плюс 1, плюс 3. Атмосферное давление ночью будет падать от 714 до 712, днем расти до 715 мм ртутного столба. На дорогах республики местами гололедица, снежные накаты. Это был прогноз погоды на АТВ. В студии был Михаил Богатых. Одевайтесь теплее, погода обманчива. До скорых встреч!